За время проживания в Клинском районе Петр Ильич Чайковский написал 12 произведений. Среди них известный всем «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Чародейка». Но есть и такие, которые на слуху лишь у истинных ценителей музыки. Поэтому подробнее познакомить кличан с творчеством великого композитора в преддверии праздничных мероприятий взялась Клинская типография. В апреле-мае будущего года к нам приедут много делегаций. Делегации из союзных республик, и из других стран мира. И мы, жители города Клина, все-таки должны показать им, что мы знаем свою историю. Вот набор открыток, который мы сделали, он как раз рассказывает о том, какие произведения были созданы Петром Ильичем Чайковским в клинский период. Через несколько лет клинчане будут отмечать еще одну не менее значимую дату – 700 лет исполнится родному городу. Несмотря на то, что времени до этого события еще предостаточно, типография уже активно к нему готовится. Этот набор открыток называется «Знаменитые люди Клинской земли». Мы приняли решение о производстве вот этого набора в связи с предстоящим 700-летием города Клина. Одна из открыток посвящена дом-музею Гайдара, да, вот здесь об Аркадии Петровиче, так сказать, историческая справка, связанная с его временем проживания в Клину и о тех произведениях, которые он в Клину написал. Шагая в ногу со временем, типография уже на протяжении 152 лет создает печатную сувенирную продукцию, которая радует не только жителей, но и гостей города. Артем Мельников, Илья Тимофеев, специально для программы «Мой Клин».